Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Дениса с ником Hello Beach, вот такой вот у него ник. У нас английский сервер, и сегодня у нас будет коллекционер. Вот здесь довольно-таки часто, ну, как видите, плюшечки намного лучше дают, чем на русском сервере. Ну, за 15 слизней, честно говоря, кроме карт, так не очень, но карты тоже неплохие. Если собрать 15 слизней, также есть бигфутик, 7-я эмблемка, карта топовая, скин, бугимен, паладин, ну все как обычно. Поехали смотреть аккаунт. Так, тут у нас еще самики завалялись. Скины, как видите, есть. Так, что еще интересного у него? Молодой аккаунт. Сейчас посмотрим. Немножко доната есть. Но это, в принципе, не так уж и много. 9,2 это вообще не донат. Поехали посмотрим на героев. Ой, да ему тут все, что хочешь, надо. Паладин, Валька, Одер. У него с таких топовых только Нуб есть. Афинка, Седна, Ворожай. Ну, в общем, много всего надо выбить. Так, ну что, поехали. Будем пробовать по чуть-чуть выбивать ему имбо героев. Я надеюсь. Так, давайте так, 150. Что-то пока все очень-очень. Паладин, ну, поздравляю, 200. 200 питомцев у тебя уже есть за 5К. Просто изи, ребят. Бугимена вытащили. Получается, на начальном аккаунте это просто жесть. Да, неплохо, неплохо. Сразу же 100 топовых слизней, 100 какулаков и талантик выживания. Плюс афинка, ну это просто жесть. Ну чё, поздравляю. Поехали дальше. Неплохо было бы Биги вытащить. Так, Фрэнки. Фрэнки я не посмотрел, есть. Мы алтарь его глянем еще. Поехали пока паролим. Ну, еще одна Афина. Жесть, Афины, конечно, падают. Ну и что, больше никого с имбо-героев не будет? Да, у него тут героев, да, Фрэнки у него есть. Ладно, идем в рейдик, немножко разбавим. Роллинг этот. Ну, начало уже для прокачки есть. Такс. Поехали. Триантик. Ну, Триант такой себе, опять призрачный. Кинди Кейн. Ладракула Асура, пожалуйста. Отлично, Асурик, офигенный герой. Гарпия. Еще одна гарпия. Гарпия. Ну, дайте еще имбу.
Неплохо было бы Фрейю вытащить. Заклинательница. Это неплохо. Заклинательницы, по-моему, у него нет. Пикси малышник. Имка. Ну. Вот так вот, ребят. Поехали смотреть, что мы собрали. Так, ну, Бугимен. Огонь. Паладин. Ну, Бигфута, к сожалению, не выбили, но я думаю, Бигимен более полезный в плане того, что больше пользы для прокачки аккаунта. Так, отлично, идем посмотрим, что там у него в судьбе творится. Заклинательница, отлично. Ла Дракула даже открывать, Паладин тоже. Заклинательницу можно открыть, смерть. В принципе, и так можно купить ее. Асура и Буги. Буги-вуги. Так, а ну-ка, что у него там в алтаре вообще творится? Я надеюсь, Бугимена нету. Ну, Афин мы достали на повторочке. Это отлично. Да, ну с аккаунтом тут, конечно, слабовато все. Так, окей, поехали. Поехали. А малышник есть у него или нету? Или тоже нету? Думаю, должен быть. Не. Ну, супер. Я считаю, для 40к самое основное слизни. Так. У нас на русском, к сожалению, такой халявы нет. Так, буги открыли. Сорика. Заклинательница. Малышник. Так, ну-ка поехали. Сейчас сразу же качнем ему тех, кому надо. Так, тыковка однозначно. Без вопросов. Десяточка. Так. Купидон. То же самое. Ну, теперь ему просто изи будет все проходить. Так, тыква, купидон есть. Ворожей. Тоже для отхила сразу можно делать десятку. Это самые первые герои, которые должны быть. Ну, у него Бигфут есть, в принципе. Так, с этих баферов, в принципе, все. Так, ну я думаю, Анубиса для подземок однозначно, для локаций. Дальше там он уже себе сам определится, кого он захочет еще докачает, одного там, либо нескольких. Кулачки у него есть, значки почета, в принципе, тоже есть. По талантам, конечно, у него тут смен ничего нету, но это все такое. Так, а ну-ка, ради интереса сейчас посмотрим. Так, кого-то мы берем. Анубис, ворожей, Афина. Ну, захочет Афинку еще докачает, не знаю. Сам, в принципе, решит. Ради интереса хочу посмотреть, что у него по подземках пройдено. А, он даже еще сидит на эксперте. Странно. Наверное, чисто не проходит или что. С его-то героями, в принципе, это вообще не проблема. Посмотрите, просто на изи все выносите теперь.
Ну все, в принципе. Мы свою миссию, я считаю, выполнили. Достали ему буги. Буги-вуги. Интересного очень героя. Для PvP локаций, да, и для фарма тоже. В принципе, неплохой. Достали ему Асурика. Для PvP локаций офигенного героя. Ну, в принципе, заклинательница есть. В общем, для подземок я считаю, что у него все есть. Аккаунт молодой. В общем, вот такой вот, ребят, роллинг. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Все дела, всем удачи, всем пока.